В Одесской области тем временем финансовые учреждения не грабят, а громят. Примечательно, что все это филиалы одной и той же сети «Приватбанк», которая принадлежит олигарху, губернатору Днепропетровской области Игорю Коломойскому. Он широко известен, в числе прочего, еще и тем, что открыл охоту за головами ополченцев и сторонников федерализации, объявив награду за каждого задержанного. Как сообщает областная милиция, отделение «Приватбанка», его банкоматы чаще всего пытаются сжечь или даже подорвать. За последние двое суток произошло три таких случая. Стекло и следы огня на фасаде отделения. Таким сотрудники «Приватбанка» увидели свой офис на Московском проспекте в понедельник. Двойная тактика. В одном случае укладывались тряпки, поливалось горючей смесью, оборудование поджигалось. И два последних случая, когда произошедших на выходные дни, бросались бутылки с зажигательной смесью. В обоих случаях пожара удалось избежать. Охрана среагировала вовремя. Ценности тоже остались на месте. Пока в банке подсчитывают, во сколько обойдется ремонт оборудования, с начала марта в городе повредили 7 банкоматов. Обрисовали 14 отделений, а на выходных 2 отделения атаковали коктейлями Молотова. Согласно статистике, за 10 дней на имущество банка покушались больше 20 раз. Прекратил работу экстренно. И хотели вывести средства, активы и серверную базу. И бойцами армии Луганской Народной Республики мы сохранили активы, депозиты и сервера Луганской Народной Республики для дальнейшей работы. В дальнейшем «Приватбанк» будет работать по прежней схеме или же... «Приватбанк» работать не будет. То есть в Луганской Народной Республике не будет? Совершенно правильно. Ребята, это наш мариупольский «Приватбанк» горит сегодня ночью. Вот такие у нас доблестные сепары. Снимаю как могу, руки дрожат, но что поделать. Посмотри, что, иди нахуй, ты, Петру базар, блядь. Смотри, нахуй. Геннадий Шамориус.
копить его. Отверните лица просто, не на камеру. Подождите, пацаны. Фотографии, что тут ничего нет. А вы здесь охраните это так? Да, я же сказал. Видите, вот смотрите, нет, ни мародерства, ничего. Все это, сейчас вы выйдете, дверь закроется. При вас. А кто разрушил это окна? Я же еще раз повторяю, провокаторы, которые хотели спровоцировать, выставить нас плохими. Это был правый сектор? Может быть, это был и правый сектор даже, который спровоцировал, понимаете, чтобы выставить нас дурачками. Народ наш восстал. Нам надоело, что наших соотечественников убивают жестоко, палят в зданиях заживо. Это люди, это нелюди. И за каждого нашего погибшего будут погибать их 30 человек. И я это знаю. Даже голыми руками мы их перегрызем. И если надо, мы поедем в Одессу. Надо будет, отстаивать. Если мы все встанем, и мало не покажется. Поубегают в Польшу и в Литву, на следствие пройдем. Ни Киева, ничего не останется после нашего прохода. Мы повторим победу наших дедов. Мы повторим, пусть это будет длиться долго, но мы сделаем это, как наши деды смогли сделать. Мы не осрамим честь наших дедов и прадедов, не осрамим.